кстати, есть замечательная новость и для работников бюджетной сферы. С 1 октября в России начинается индексация зарплат некоторых категорий сотрудников бюджетных организаций. Однако это повышение не коснется тех категорий, которые были перечислены в майских указах президента России – педагоги, медработники, ученые. Для них индексация будет проведена 1 января. Таким образом, с 1 октября зарплата будет повышена в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии, испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов, а также в ряде других категорий. Размер надбавки не будет единым. Он может разниться в зависимости от профессии, региона проживания гражданина. Однако не может быть ниже установленной на федеральном уровне ставки, которая составляет 4%. Отдельно отмечается, что бюджетникам будут проиндексированы доплаты, которые начисляются в зависимости от размера оклада.